преддверии 29-й годовщины со дня утверждения герба Кыргызской республики в Центральном аппарате МВД прошло торжественное мероприятие. В праздничном собрании приняли участие государственный секретарь Кыргызской республики Сюйүнбек Касмамбетов, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев и личный состав Центрального аппарата. На органы внутренних дел возложено не только обеспечение безопасности нашей страны, ограждение граждан от различных преступных посягательств, но и проведение просветительской работы среди населения, особенно среди молодежи. Государственный секретарь Кыргызской республики Сюйүнбек Касмамбетов поздравил собравшихся с предстоящей знаменательной датой. В своей речи он подчеркнул, что главные цели, определяющие суть органов власти, это честное служение народу, трудолюбие и патриотизм. Флаг был принят Жогорку Кенешем 3 марта 1992 года. По гербу же длились дискуссии 2 года, вплоть до 14 января 1994 года. Поделился воспоминанием заслуженный ветеран. По окончанию мероприятия были продемонстрированы исторические документы, фотографии, слайды о процессе работы и утверждении герба.